Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики и всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, снова я сегодня работаю на СТ7-123 у куртки у Эдика. Дорогие мои девочки, визитка, пожалуйста. И хочу сегодняшнее видео начать с того, что, пожалуйста, вывеска СТ7-123. Никакие другие павильоны, в которые вы заходите и покупаете куртки уже дороже, а потом говорите, что вы приобрели куртку подороже. Поэтому только вот она, циферка СТ7-23. Вот 20-я линия, в конец идете и сразу попадаете на СТ7-23. Или 19-я линия, в конец, прямо возле нижнего белья стоит СТ7-123. Поэтому, дорогие мои подписчики, мы сегодня постараемся вас порадовать новинками, конечно, повторами, и удивим большими размерами. Так что, девочки, ваш Эдик волшебник. Ну что, дорогие мои девочки, сегодня буду продавцом снова я для вас. Очень холодно, но в любом случае я на себя надела модель. Хочу показать. Хочу поблагодарить каждого, кто пишет комментарии, благодарны, в том числе и мне, и Эдику. Вообще нашей команде, которую мы собрались на СТ7-123. Конечно, сегодняшнее видео немножко начну с дополнения. Дорогие мои девчонки, те, кто приобретал куртки у Эдика, немножко бывают такие сейчас стали уже ситуации, да, что идете вы к Эдику на СТ7, и вы спрашиваете, где находится Эдик, вас затаскивают в павильон и говорят, что это второй павильон Эдика, и продают куртку вместо 1875. И потом вы где-то в комментариях пишете, что вот такую цену приобрели куртку. Если вы вдруг приобрели куртку или вам предлагают куртку, вот я, например, сказала цену 1800, а вам ее как подписчику, вы должны сказать, что вы подписчик Тамары Шик. Если вам эту куртку предложили дороже, я вам показала номер телефона. Вот еще раз прям покажу визиточку. Вот, пожалуйста, вот на эту визиточку вы прям можете... Вот, сейчас прям... Вот, видите? Вы можете отойти в сторону и позвонить Эдику, если даже его здесь нету, сказать: «Эдик, почему нам продают куртку за другую цену?» И Эдик в этом разберется, потому что если я назвала на камеру 1800, значит, вам должны за эту цену продать эту куртку. Никакие 5, никаких 7. И, пожалуйста, смотрите внимательно на номер СТ7-123. У меня были такие ситуации с турецким текстилем Джамала. Точно такой. Сейчас, когда Эдик всем нравится с куртками, начали уже перехватывать в других павильонах. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. И также переводы денег только на номер Эдика. И отправка идет за ваш счет. Вы, если заказываете куртку, отправка почта и с другими транспортными компаниями идет за ваш счет. Просто был один мужчина такой, который написал, и когда Эдик сказал, отправка идет за ваш счет, он начал матами ругаться. Я думаю, не надо этого делать, не надо оскорблять. Очень дешевые цены, я думаю, что отправку, счет оплатить куртку можно. Все, остальное, девчонки, дорогие мои, мы начинаем. И я хочу сказать, что мы очень вас сегодня порадуем большими размерами. Девчонки, начинаются холода. И очень-очень уже нам сейчас холодно. Девчоночки, хочу показать, конечно, я всегда стараюсь надеть курточку какую-нибудь для вас, порадовать. Шикарная, модная, удобная, стильная. Размеры с 50-го, даже с 52. Ну, я ношу 50, и вот она мне нормальная, чуть-чуть даже, чуть-чуть свободненько. И комфортно мне в ней. Размеры с 52 до 60, но 50 тоже может ее спокойно надеть. И я вам сейчас покажу расцветочки. Посмотрите. Очень классно, легкая, удобная. Такая оливка, вот такой вот песочный цвет и нежный графит. 4 расцветки. Очень удобно. Сейчас я вам еще раз покажу ее длину. И цена ее, девчонки, всего лишь 2000 рублей. Ручки, все, замочки, эти кармашки прям здесь такие, как на флисике, удобненькие. Закрывают все наши паховую зону. Классная куртка, рекомендую.
Ну что, дорогие мои девчонки, снова меня Эдик заставил. Можно я пожалуюсь? Хоть раз в жизни заставил меня одеть курточку. Шучу, конечно, но попросил. Смотрите, вот такая вот моделька. Смотрите, она по коленочку идет. Мой рост 1.61 м. Девчонки, не буду замерять, сколько сантиметров. Это нереально, потому что... Посмотрите, как холодно. Честно, забыла свои митинги. Дорогие мои подписчики, вот такие шапочки с митингами. И вообще переходите на мой канал «Головные уборы», где любые шапочки вы можете выбрать. Если вы заказываете курточку, мы можем туда же и забросить шапочку. Вот, смотрите, шикарная модель. Вот, глубокие карманы. Очень четко я в ней комфортно себя чувствую. Светлый цвет, я не скажу, что я в нем полненькая, камера увеличивает на 10 килограмм. Поэтому вот такая вот с 50 до 60. Пожалуйста, смотрите. И ткань такая прям приятная-приятненькая. Кто уже приобретал куртки у Эдика, пожалуйста. Девочки, пишите отзывы, будем благодарны вам. И вот такой вот песочный цвет шикарный. Ну и не забываем, что есть и черный цвет, классика. И цена, размер с 50 до 60, цена ее 2000 рублей. Ну что, дорогие мои девчонки, также хочу показать верблюжья шерсть. Размер с 50 до 60, цена 2000 рублей. Посмотрите, какие шикарные модели, девчонки. Когда иногда говорят, я не могу выбрать, не знаю, что выбрать, рекомендую. Хороший пуховичок, такой вот легкий, верблюжья шерсть. И цена всего лишь 2000 рублей. Посмотрите, какие богатые цвета. И, конечно же, есть графит. Заказывайте, отправку делаем по всему миру. Ну что, дорогие мои девчонки, снова хочу показать модель верблюжья шерсть. Она получается ниже колена. Пожалуйста, размеры 46 по 56. Надеюсь, вам эти модели видно. Шикарные цвета. Черный цвет. И вот такой вот графит цвет. И цена 2000 рублей. Также хочу показать подобную модель, но немножко дизайн другой. Тоже верблюжья шерсть. Сейчас я покажу, но они в двух расцветках. Посмотрите, 46 до 56. Капюшон не отстегивается, глубокие карманы. Здесь клепочки, все закрывается. Очень уютненько. Верблюжья шерсть. И цена 2000 рублей. Приобретайте. Ну что, дорогие мои девчонки, мы продолжаем снимать видео для вас. Верблюжья шерсть. Модельки 48-58, ничего лишнего, вот такие вот сбоку кармашки, здесь клепочки, капюшон не отстегивается, длина ниже колен, пожалуйста, вот такая моделька, посмотрите, ничего лишнего, фурнитура шикарная и, конечно же, красивые расцветки, вот такой темный графит, такой между темный брусника даже могу сказать, и, конечно, вот темно-серо-голубой. И классика черный. Пожалуйста, смотрите, сколько цветов. Цена 2000 рублей. Тоже с 48 до 58. Прямой силуэт, кармашки. Капюшон не отстегивается, верблюжья шерсть. И цена 2000 рублей. И вот в таком красивом цвете графит. Пожалуйста, девчонки, заказывайте. И, конечно же, отправку делаем по всему миру. Ну что, дорогие мои девчонки, не забывайте, что у нас еще впереди большие размеры. Так что, мои куколки аппетитные, ждите. 48-58, тоже ниже колен. Пожалуйста, верблюжья шерсть. И, конечно же, покажу вам расцветки. И цена всего лишь 2000 рублей. Заказывайте. Ну что, девчонки, снова наполнитель верблюжья шерсть. Здесь выше колен всю нашу паховую зону прикрывает женщин, попочку прикрывает. Это модель для тех, кто не любит удлиненные. Пожалуйста, это модель для вас. С 50 до 60 цена 2000 рублей. Пожалуйста, и шикарные расцветки. В том числе и черный есть, верблюжья шерсть. Пожалуйста, заказывайте.
Ну, сейчас, конечно, девочки, я представлю вам модель по длине. Пожалуйста, 1,10–1,20 где-то. Ну, я приблизительно на глаз вижу, но если надо, вам замерят. Пожалуйста, вот такая вот модель. Размер 46–56. Здесь клепочки можно расстегнуть. Пожалуйста, это не верблюжья шерсть. Если верблюжья шерсть, я вам говорю, вот такие шикарные расцветки. 3. И цена 2000 рублей. Девчонки, еще вам хочу предложить вот такую модель тоже здесь, где шаг у нас, ножки расстегиваются сбоку, пожалуйста, можете спокойно шагать. Расстегнули и пошли. Вот такая вот модель, еще раз повторю, 46–56, длинных любителей пуховиков, красивые шикарные расцветки, черная и вот такой вот красивый кофе с молоком. И цена 2000 рублей, девчонки, для подписчиков канала и телеграм-канала. Ну что, мои дорогие мои подписчики, девочки, я знаю, какие вы писали комментарии. Не всех еще отблагодарила, поэтому ставлю вам сердечко от Тамары Шик и команды Эдика. Знаете почему? Потому что вы писали: Эдик волшебник. Ну, конечно, волшебник. Потому что он нашел вам шикарную модель 58-70. И цена 2500 рублей. Девчонки, пожалуйста, спорт, ботиночки, кроссовки на меху. И вы будете у нас тоже модные и стильные и яркие. 58-70. Спешите. Ну что, дорогие мои девочки, некоторые вот автоледи, девчонки, еще есть Краснодар, другие города, очень тепло, и спрашивают также более прохладненькие курточки, пожалуйста, 48-58 автоледи, вот такая стеганая красивая курточка, очень красивые расцветки, мята, и, конечно же, такой темный черный цвет, даже между черным и графитом, и цена их всего лишь 1500 рублей. И, конечно, чуть не забыла горчицу. Дорогие мои девчонки, кто смотрел предыдущее видео, видел меня вот в этой курточке. Спасибо огромное. Они ушли в ноль, эти куртки. Она была на мне, эта модель. Вот в этом цвете. И очень многим девочкам она понравилась. Сейчас пришли повторы. Кто спрашивал, пишите, потому что их не было. И сейчас пришли повторы. 46–58 цена 1500 рублей. Пришли еще вот в белом цвете. Мята. Можете посмотреть, кто не смотрел предыдущее видео. И там в этой курточке я есть. Я специально одевала ее для вас. Поэтому цена 1500 рублей. Спешите. Девчонки, спасибо всем огромное, кто приобретал вот эту модель. Тоже очень хорошо разобрали. Тоже привезли модели. Все равно ее спрашивают, эту модель. И вот сегодня она пришла, вы видели баулы, уже вытащили и быстренько для вас отпарили. Потому что я даже сегодня, видите, уже темно, все ушли, а мы продолжаем снимать, потому что отпаривали для вас модели, для того, чтобы вам снять. Потому что их уже не было. Вот эту, которую я показывала, эту и еще другие модели забрали в ноль. И очень многие люди спрашивают: вот, пожалуйста, девчонки, для вас привезли повторы 48-58, и цена ее 1500 рублей, штампики. Ну что, девчонки, эта куртка хит продаж этого павильона. Я в нем и в ТикТоке, и в Шорсе, и в YouTube-канале. Я ее надевала на себя, не поверите, Эдик мне ее даже подарил и сказал: пусть она тебе принесет удачу. Но она принесла удачу многим моим подписчикам. Девчонки, очень классная модель. Все пишут и спрашивают смехом, смехом. Пришли повторы и пришли вот такие цвета. Так что, девчонки, спешите. Кто хотел эти модели 46 размера до 56 размера, они, эти курточки, пожалуйста. И вот такой графит, Тамара Шик в нем ушла. И, конечно же, шикарный лимончик. Цена 2000 рублей. Девчонки, еще хочу показать тоже. Ходовая модель получили 46–56. И цена 2000 рублей. Посмотрите, автоледи, пуховичок укороченный. Вот сейчас уже можно в нем ходить. Пожалуйста, и посмотрите, какие цвета. Черный.
вот такой изумрудный. И кому-то, если хочется какой-то яркости, пожалуйста, девчонки, какой красивый цвет, сиреневый. И цена этой красоты 2000 рублей, спешите. Еще одну модель повтор хочу показать, 4454, посмотрите, автоледи, спорт шик, такой спортивный пуховичок, укороченный, вот такие шикарные цвета, капюшон не отстегивается, и цена ее 2000 рублей, девчонки, заказывайте. Ну что, девчонки, тоже очень многим полюбилась эта модель, не знаю чем, но она зацепила клиентов, очень красиво, тепленько, уютненько. Верблюжья шерсть, пожалуйста, 46-56, пожалуйста. Вот такой вот черный цвет, мята и жемчуг. И цена всего лишь 2000 рублей. Ну что, девчонки, тоже очень ходовая модель. Она такая спорт-шик, где кармашки. Можно утянуть поясочек, капюшон не отстегивается у нас. Так, размеры у нас 46-56. Посмотрите, какие красивые цвета. Она идет ниже колен. Рукавчик здесь такой спортшик. И цена ее 2000 рублей. Пожалуйста, девчонки, приобретайте, заказывайте. И, конечно же, приезжайте. СТ7-123. Никакие павильоны вторых, третьих, пятых у Эдика нет. Девчонки, еще хочу представить одну модель, в которую многие подписчики просто влюбились в эту модель. Я знаю, потому что они все говорили вот этот смехом, смехом, смехом. Девочки, очень холодно у нас, я не знаю сколько градусов, уже и руки все замерзли у меня. 46 по 56, цена 2000 рублей. Девчонки, пожалуйста, утепляемся вместе с Тамарой шить. Здесь у нас можно расстегнуть, если бедрышки у кого пошире, чтобы удобно было сидеть. Капюшон не отстегивается. Пожалуйста, есть черный цвет, стеганый красивый, и, конечно же, графит. И цена 2000 рублей. СТ7-124. Еще раз повторюсь. СТ7-123. Ну что, наши малышки, мы никогда вас тоже не обижаем. 42 по 48. Вот такие вот модельки, пожалуйста. Рассветки. Черный. И вот такая горчица. Цена 1800 рублей. Размеры 42 по 48. Делайте скрин, приезжайте, звоните, пишите только на номер Эдика. И, конечно же, на СТ7-123. Вот такая же тоже модель, немножко она такая оверсайсика, чуть-чуть там слегка. Это более приталина, это чуть-чуть такая. И цена ее тоже 1800 рублей, пожалуйста. И вот такие шикарные комбинированные цвета и расцветки, и цена 1800 рублей. Девчонки, извиняемся, что мятая, да, 42 до 52, цена 1800 рублей. Только достали с упаковки эти модели, и хотим все-таки их показать вам. Я попросила, потому что они тоже очень пользуются спросом. Эта модель... Цена 1800 рублей. Пожалуйста, черный цвет шикарный. Вы помните, я их показывала. Но сейчас пришли много повторов красивых. Потому что очень большой спрос этих курток. И Эдик старается привести повторы, если пользуется спросом. И также есть в песочном цвете. Пожалуйста, 1800 и она ваша. Но также хочу показать, кто любит такие более оверсайзные. Оверсайз такой. Здесь кармашек тоже видели. Видите, мы только тоже их достали с упаковочки для того, чтобы вам показать. Все это сегодня пришли уже повторы. Они очень пользуются популярностью, эти модели. Поэтому Эдик их повторяет. И цена их всего лишь 1800. 42 по 52. Во. 46-50. Девчонки, фу, замерзла уже, аж ручки. Но все равно мы продолжаем для вас снимать видео. 46-56 модель. Чем мне нравится эта модель? Она 2 в 1. Рукава отстегивается и получается жилет. Пожалуйста.
Цена, пожалуйста, расцветка серая, графит, вот такая вот. Я знаю, что вы ждете цену. И цена ее у нас 1800, девчонки. Ну что, снова мои аппетитные девочки. С 50 до 60 верблюшка, пожалуйста. Вот такая вот модель представительная. И цена ее 2000 рублей. И сейчас покажу вам расцветочки. Пожалуйста, девчонки, отправку делаем по всему миру. Заказывайте. Также хочу вам представить вот такую модель. Размер с 50 до 60. Мех снимается. Она получит верблюшка. Пожалуйста. И цена ее 2500 рублей. Ну что, дорогие мои девчонки, также хочу вот эту модель представить. Пока я сегодня ждала Эдика, пока они тут баулы распаковывали, да, и я обратила внимание вот на эту модель, сколько много людей ею интересуется. Поэтому для своих подписчиков я тоже хочу представить эту модель. Мех такой прям хороший, так, капюшон, не натуральный мех, мех не... отстегиватель, не отстегивается мех, но его спокойно можно стирать. Здесь есть такая кулисочка, если вдруг кто не любит шапки, можете вот так подзатянуть, и, пожалуйста, вам вместо шапочки. Очень красивая модель, вы ее можете вот здесь застегнуть, если вдруг подмерзнете, пожалуйста, вот так вам модель. Идет размеры 48-58. Еще есть другой цвет, но уточняйте, потому что их очень хорошо это пальто берут. Верблюжая шерсть. Я еще раз вот спинку вам покажу, потому что я говорю, очень многие интересуются. И ткань, вот, если бы вы видели, очень достойная. И цена ее всего лишь 2500, девчонки. И рукавчик весь, манжетик здесь есть. Пожалуйста, девчонки, заказывайте. Отправку делаем по всему миру. Но не забывайте, что только такие модели по 2500. Вот эта модель именно на СТ7-123. Ну что, дорогие мои девчонки, снова мы с Эдиком продолжаем для вас снимать. 44 по 54. И цена их 1800. Девчонки, в черном цвете. И вот такой светлый-светлый бутылочный цвет. Ну что, также покажу для малышек вот такую вот модельку 42-48, и цена очень хорошая, 1800 рублей. Пожалуйста, девчонки, малышки, пожалуйста, для вас. Ну, есть и женщины такие размеры 42, поэтому, девочки, пожалуйста, для вас модель. Ну что, девчонки, продолжаем. Вот такая модель бомбер. Очень, ну, такой спортшик. Кто не любит, кто-то автоледи у меня, пожалуйста. Или вообще, кто любит просто вот такие коротенькие курточки. Идет 48-58 и цена 2000 рублей. Ну что, дорогие мои девчонки, 46-54, вот такие шубки. Те, кто носит спортивные костюмы, сверху одеть такие дубленочки. И цена ее 1500 рублей. Хорошая цена. Ну что, девчонки, Эдик, волшебник для вас. 50-60. Привез вот такие вот дубленочки. Пожалуйста. В двух расцветках. Только-только вот распаковали мы их. И цена 2000 рублей, девчонки. А, ой, простите, 2500, девочки. Чуть не разорила Эдика. Также хочу представить вот такую модель. Размер с 50 до 60. Цена 2000 рублей. Пожалуйста. Она двухсторонняя. Переворачиваем под одно настроение, под другое. Пожалуйста. Очень хорошая цена. Девчонки, ну и, конечно, хочу представить вам дубленочки. Эти дубленочки, авиаторы вот такие вот, они разные-разные, но они идут до 48 размера. Расцветки разные. Есть под замшу, есть под кожу, под эко-кожу. Вы сами прекрасно понимаете. Разные расцветки, разные дизайны. Если кого-то устраиваете, пишите: «Эдик, я хочу вот такую курточку». Они вам покидают фотографию, вы выберете и отправку сделают по всему миру. И самое главное, хорошая цена. 1500 рублей, разные модели.
Дорогие мои девчонки, также хочу представить вот такую модель 4254, расцветки черный и графит, и цена ее 1500 рублей. Я хотела сейчас Эдик, потому что он мне не дал сказать, куда спешить, на СТ7-123. Что, дорогие мои девчонки, вот мы сегодня сняли для вас видео. Не забывайте, что мы у Эдика куртки СТ7-123. Вот такие вывески, потому что очень многие говорят, что Эдик открыл вторую точку и продают вам намного дороже куртки. Поэтому, чтобы не было недопониманий, пожалуйста. И если вдруг вам назвали цену не ту, которую мы на видео, для подписчиков, вы приходите и говорите, мы подписчики YouTube-канала Тамары Шик и, конечно, телеграм-канала наших, Эдика и моего. Дорогие мои девочки, 1500 авиаторы, также, ну вот, пожалуйста, разные. И, конечно, по 3000 длинные шубки. Пожалуйста, заказывайте, приобретайте. Девчонки, мы сегодня постарались вам показать и новинки, и повторы. Так что приходите и, конечно же, звоните, пишите. И, конечно, девочки, вы знаете, что сейчас очень большая очередь. И, пожалуйста, терпение, в порядке очереди. Эдик постарается всем вам ответить. Если вдруг не отвечает, берите, дублируйте смс-ки, потому что не всегда можно успеть. Но в любом случае он всем ответит и отправку сделает для всех. Пожалуйста, приходите, звоните, пишите, заказывайте. Ну что, дорогие мои девчонки, мы сегодня с Эдиком постарались вам продемонстрировать модели. Еще раз повторюсь, девчонки, переводы, смс-ки, все пишем только на номер Эдика. Никаких других номеров, никаких других павильонов, чтобы у нас не было между вами и поставщиком недопонимания. И еще раз повторюсь, если вам продали куртку дороже, чем на видео, вы должны обязательно позвонить и сказать Эдику, если его здесь нету. Ну и, конечно же, девочки, заказывайте, отправку сделаем по всему миру. Мы сегодня хоть и замерзли, но старались вам показать модели. Всех вас любим, утепляйтесь вместе с Тамарой Шик и куртки у Эдика. Мы сегодня постарались и большие размеры, и маленькие размеры, и авиаторы по 1500, шубки по 3000. Есть по одной-две модели, пуховички остались тоже. Приходите, вам девочки обязательно подберут любую модель. Ну, а мы не говорим до свидания, говорим до новых встреч. И, конечно же, мы бежим утепляться вместе с вами. Всем мира, добра, всем пока-пока!